«Единая Россия. Химки» представляет. В моей семье что-то хранят в память о войне. Мой прапрадедушка Хоменко Василий Степанович прошел всю войну. В первые дни войны он ушел на фронт лейтенантом, командиром экипажа танка Т-34. Он защищал Москву, сражался за Сталинград, участвовал в бою на Курской дуге. В дальнейшем дедушка, как командир танкового полка, освобождал Польшу и Прибалтику. Закончил он войну в Германии. И в День Победы я не могу остаться равнодушной, потому что я помню.